В Якутск прилетел двукратный чемпион Европы по боксу Василий Егоров. Якутянин в Харькове на ринг выходил 3 раза. Он был сильнее своих соперников из Украины, Белоруссии и Англии. И во второй раз в своей спортивной карьере вышел на высшую ступень пьедестала Европы. Тем самым он получил путевку в весовой категории до 49 килограмм на чемпионат мира, который пройдет в августе в Германии. После короткого отдыха Василий поедет на учебно-тренировочные сборы в Кисловодск, далее в Сочи. Подопечные заслуженного тренера России Артура Пахомова приносят 6-ю золотую медаль с ринга Старого Света. 4 раза Георгий Балакшин, 2 раза Василий Егоров. В 2015 году первый раз выиграл чемпионат Европы в Болгарии. Но сейчас тоже нелегко. А в финале мне противостоял боксер с Англии Галай Фай. Он очень сильный, мощный, физически крепкий. Обыграл я его за счет быстроты, за счет правильной работы ног. И, безусловно, рад, что смог одержать такого сильного, хорошего боксера.